Друзья, всем привет! Сегодня решил сделать полочку для струбцин. Завалялись у меня вот такие струбцины. Вот также есть обрезки фанеры 18-миллиметровой. Решил тоньше не делать, потому что со временем могут провиснуть. Вот, сделаю с 18-миллиметровой. Фанеру я отрезал длиной 30 миллиметров, по бокам у меня вышло там 38 миллиметров, и расстояние между пазами для самих струбцин у меня вышло 45 миллиметров. Ну и на этом все. Наверное, дальше озвучивать видео не буду. Смотрите видео. В конце также будет маленький комментарий, что как получилось. Вот, на этом все. Приятного просмотра. Итак, друзья, получилась вот такая полочка. Я думаю, даже очень ничего. Вот. Сейчас я буду размещать струбцины. Как видите, подошли прям четко эти струбцины для этой полочки.
Можно, конечно, сделать разную длину, можно короче, длиннее. Я использовал на 6 трубцин. Можно сделать две таких полочки по 6 трубцин. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!